Подведены итоги голосования за имя для нового бассейна в 15-м микрорайоне. Выбор имени проходил 4 этапа – от сбора заявок с вариантами до финального голосования в социальных сетях. В итоге выбрано название, соответствующее спортивному духу объекта – «Чемпион». Напомню, что открытие нового здания планируется осенью. Сейчас внутри идут отделочные работы. Спортобъект будет включать не только бассейн на 5 дорожек со зрительскими трибунами, но и сауну с фитнес-залом.